празднования 224-й годовщины Одессы начали с почтения памяти основателей города и выдающихся градоначальников. Почетные граждане Одессы возложили цветы к памятникам Дерибасову, Воронцову, Морозли, Дюку де Ришелье и Екатерине II. Это для меня урочный день, урочный час, но не только. В общем, это вся моя жизнь, этот город, это вся моя жизнь. Я хочу пожелать одесситам прежде всего... здоровья, удачи там, и так далее и тому подобное, а проявить свой характер, проявить одесский характер, твердый одесский характер, твердый, но с юмором.